Совет ветеранов, который располагается в жилом доме номер 28. Мы уже с вами неоднократно говорили по поводу вашего благоустройства. Все инженерные системы, которые у вас не работали, мы вам их починили. Ваших блох, которые есть, всякая жирность, мы травим, вызываем санэпидемстанцию. По поводу устройства полов, мы попросили вас обратиться в администрацию города Красноармейска, поскольку это помещение было вам выделено безвозмездно именно администрацией города. Поэтому администрация должна предусмотреть, наверное, какие-то денежные средства на ремонт этого помещения хотя бы один раз, чтобы вы потом нормально жили. Мы вам будем и готовы оказывать всякие услуги по содержанию этого помещения. То есть все, что будет связано с инженерными сетями, там стекла, если кто-то выбьет, мы вам поставим, да? Но все остальное надо решить именно с администрацией. Чтобы вам какую-то часть денежных средств выделили на ваши работы, мы готовы сделать, но за деньги.